Сибирский кадетский корпус будет готовить кадры для Росгвардии. В этом году набрали первый специализированный класс. Постепенно все кадеты корпуса будут учиться по программе Национальной гвардии. У нас будет усилена, значит, стрелковая подготовка, потому что у нас такой базы не было. Я думаю, что здесь тактические какие-то дисциплины. То есть целый спектр военно-технических дисциплин, уровень, так сказать, связанный с профильными дисциплинами, которые требуются. Потому что профильный класс это более углубленная по сегодняшним ВГОСам дисциплины. История, изучение истории, обществознание, языковая программа. Сегодня подписали трехстороннее соглашение о том, что кадетский корпус переходит в ведение Росгвардии. Обучать детей будут офицеры внутренних войск и преподаватели Новосибирского военного института. Кадеты смогут посещать взрослые учения и профильные сборы. Некоторые занятия пройдут на полигонах института. Выпускники кадетского корпуса получат приоритетное право при поступлении в вузы войск Национальной гвардии России. Будем показывать наши возможности, чтобы детишки с измальства привыкали к тому, что вот войска Росгвардии – это войска правопорядка, где необходима выдержка, мужество, героизм, патриотизм и так далее. И для этого мы создаем наш кадетский корпус. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.